Не прошло и года, как на Ольховой 11 открылся салон оптики «Соло», но и за это недолгое время он успел полюбиться многим. Секрет успеха прост. Здесь к каждому покупателю относятся как к другу и дорогому гостю, а услуги предоставляются на высоком уровне. Так что ответ на вопрос, кому доверить самое драгоценное свое зрение, очевиден. Конечно же, «Соло». В нашем салоне работают дипломированные сотрудники. Стаж каждого сотрудника более 10 лет в оптическом мире. К каждому клиенту относимся настолько индивидуально. С каждым у нас особые отношения. После выдачи заказа я всегда стараюсь позвонить через определенный период времени и узнать, все ли хорошо, ли все ли комфортно. А начинается визит прежде всего с тщательной диагностики, причем делается она совершенно бесплатно. Можно просто прийти и посоветоваться с доктором. США, Израиль, Испания, Япония, Франция, в «Соло» представлены линзы большинства ведущих мировых брендов. Кроме того, здесь, пожалуй, самый широкий выбор детских оправ в городе. Радуют глаза и стенды с солнцезащитными очками. Найти свои идеальные очки в «Соло» сможет каждый. Здесь более 500 оправ, как для зрения, так и солнцезащитные. Вот, кажется, и я свои нашла. Мне нравится. И цена отличная. Действительно, цены в «Соло» оптимальные. Стоимость пары линз начинается всего от 800 рублей. А еще здесь очень ценят время покупателей. Благодаря собственной лаборатории, что редко встречается прямо в салоне, получить заказ можно всего лишь за час. Следят в «Соло» и за модой. Сориентироваться в бескрайнем океане форм и цветов и создать образ поможет стилист. Подбор очков происходит с учетом индивидуальных особенностей лица. Мы учитываем цвет волос. И, конечно, ориентируясь на последние мировые тенденции, и клиент уходит отсюда не только в модных, но и в стильных очках. Елена Нежина в салоне в поисках красивого аксессуара. И по признанию женщины, глаза разбегаются. Здесь очень хороший выбор, который всегда обновляется. И я думаю, что я стану постоянным клиентом. Доволен и пенсионер Сергей Денисов. Здесь и хорошо, и дешево, и по карману пенсионерам. А с 15 декабря по 15 января каждого покупателя ждет новогодний сюрприз – подарочный сертификат. Приходите, в салоне оптики «Соло» на Ольховой 11 вам всегда рады. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.